Женский туристический рюкзак от компании Osprey, модель Aura LT в объеме 65 литров. LT обозначает light, и Aura — это самый удобный вентилируемый рюкзак из линейки Osprey. В линейке применяется каркас антигравити, точно такой же стоит и на базовой версии Aura, на нее у нас есть отдельный обзор. Aura LT появилась зимой 23 года, и, соответственно, это вариант, когда решили топовый рюкзак сделать чуть-чуть попроще конструктивно и чуть-чуть полегче. Начнем с каркаса. Каркас модели представляет собой замкнутый проволочный контур, на который натянута бесшовная сетка. Причем в версии LT вот эти боковые панели сделаны не из ткани, а также из сетки. И применяется не система стяжек для регулировки по высоте, а пластиковая панель, в которой переставляются пуговицы. Такая система регулируется чуть медленнее, но зато она немного легче и чуть-чуть жестче. Каркас позволяет носить довольно значительный груз, а сетка имеет небольшое растяжение, соответственно, рюкзак вас плотно приобнимает, когда вы его надеваете. В первый раз ощущение специфическое, но если рюкзак загрузить, он действительно классно переносит вес на всю поверхность спины, бедра и плечи. Рюкзак отлично вентилируется, плюс такой системы еще в том, что вы можете более небрежно собирать рюкзак, что приятно для начинающих. И также, если внутри лежит какой-нибудь негабаритный груз, он никак с вашей спиной не контактирует. В версии LT лямки сделаны по классической технологии. Они полной длины. Здесь в качестве супинатора используется материал Air Mesh. А в поясе сохранена регулировка по длине. И здесь, соответственно, применяются плотные вставки из пенного материала и также Air Mesh. В версии классической ауры на лямках есть регулировка. В LT, который у меня в руках, этот элемент убрали для того, чтобы снизить количество элементов и, соответственно, вес. Есть также два объемных боковых кармана на поясе и есть ручка для удобного надевания и переноски рюкзака в транспорте. На фасаде рюкзака есть все современные элементы для внешней навески. Это боковые стяжки, причем в версии LT нижняя стяжка сделана контрастного цвета. Они недостаточной длины для того, чтобы поместить сюда, например, коврик, но негабаритные предметы типа трекинговых палок, штатива, каркаса палатки отлично сюда заходят. Есть тянущийся боковой карман. Он имеет как вертикальную загрузку, так и диагональный доступ для питьевой бутылки. Можно убрать и изъять бутылку во время движения, не снимая рюкзак. Есть тянущийся передний карман. Он довольно объемный. И в версии LT он сделан из материала такого же, как основной объем. Есть крылья из плотной сетки, соответственно, карман с одной стороны тянется, а с другой стороны, там, где он испытывает на себя трение, когда вы рюкзак снимаете, и он касается грунта или камней, и это позволяет карман сделать объемным, легким и очень прочным. Сюда классно убирать мокрый пончо, мокрый комплект мембранной одежды для сушки, или можно убирать, например, то, что вам постоянно нужно. Какой-нибудь групповой тент в меняющуюся погоду, дополнительные элементы одежды и так далее. Есть две утяжки внизу, они объемные, и как раз вот они служат для переноски коврика или какого-нибудь снаряжения типа палатки в чехле или группового тента. В версии LT нет нижнего входа, а дождевик прячется не в клапане, а в нижнем небольшом кармашке. Есть две мощных силовых петли для ледоруба или трекинговых палок. Клапан рюкзака съемный. В клапане в версии LT, в отличие от классической, один карман. Есть 4 точки для расположения снаряжения снаружи. Устанавливать сюда тонкую резинку и можно убрать флиску, куртку и, соответственно, переодеваться быстро в сложных условиях, когда погода часто меняется. Также в версии Aura LT появилась возможность полностью снять клапан, использовать рюкзак без клапана. Внутри есть утяжки, которые позволяют весь объем рюкзака закрыть, как раз не используя клапан. Также сохранили в легкой версии боковой доступ в основное отделение с помощью объемных карманов, но они раскрываются не на 3/4 длины, а просто на ширину боковой панели. Таким образом, Aura LT — это отличное решение для девушек, которые хотят для себя рюкзак под жаркий климат, и тех, кто ищет для себя рюкзак с вентилируемой спиной, приятной мягкой посадкой, при этом в легком исполнении. Выбирайте себе правильное снаряжение, отправляйтесь на маршруты, открывайте новые места, берите с собой друзей, а за снаряжением приходите к нам на Сяки на 4 в спортмарафон.